Мяу-мяу, чуваки, с вами я, Панда FX, и многие ошибочно почему-то предполагают, что я снова забросил очередную рубрику. Но это ни хера не так. На последней сходке слишком много людей меня просило выпустить лучшую рубрику, и наконец-таки она вот в ваших глазах, руках, YouTube-каналах, называйте это как хотите. Ну и по традиции я вам говорю о том, что если вы понаставите дохерища лайков, то следующая серия вот прям базарю выйдет хоть завтра. Если вы набираете под этим роликом 50 тысяч лайков, то она выходит вот прям завтра. Сильное заявление. Я думаю, что следует напомнить о том, что в прошлом выпуске от нас ушли Мирзов и Мамана, и пришли Фернандош и Фернандо. Кто-то спросит, а где же рейтинг 86? А вот хуй его знает. Есть крыша-то 86, но его хер соберешь. Есть промос 86, а у нас уже есть промос 84. Поэтому получается так, что мы этот рейтинг пропускаем. Это что за модник, блять, нахуй? А другая форма у тебя есть? Я вас понял. Угу. Да мы не такие команды обыгрывали, поэтому будем надеяться, что мы затащим. Блять, я давно не играл данной тимой, поэтому не совсем помню, как что есть работает. Шатов, сколько у тебя звезд? Воу, у тебя 4 звезды, нихера себе, приятно удивлен. Воу! Воу! Муса! Ну, добей! Блять, офсайд! Хорошо, Шатов, чё лонгшот? Блять, да 600 тысяч человек, блять, скопилось. А, блять, это будет все очень смешно. Это будет очень смешно. Игорь! Хорош, блядь, отпиздил. Блядь, Смольников, вот это провал, но Березуцкий страхует. Так, Муса, Муса. Пока что соперник какой-то отскокерный, если честно. Да, блядь, ну пацаны, пора забивать. Хорошо, Муса, 1-0. 20-я минута, вспоминаем, как это все работает. Ну, конечно, немножко потанцуем. Я думаю, никто не против. Да, ты в танцах. Чуваки, Муса просто бог футбола. 2-0, 26-я минута. Мне казалось, что соперник будет серьезный, а он какой-то, ну, такой себе. Серьезно? Ну чё, чуваки, прощаемся с нашими ветеранами Игнашевич, Самедов и Смольников. Спасибо вам. В команду к нам приходит рейтинг 87, Александр Головин. Безумно крутые статы, я эту карточку уже тестил и могу сказать, что она просто охерительная. Рейтинг 88, Марио Фернандеш, один из лучших правых защитников данного чемпионата мира, если не лучше. Ну и карточка, которую мне безумно хотелось потестить, но не было повода, и вот повод появился, это Джефферсон Фарфан. Вы просто посмотрите на эти статы. Как вы понимаете, первый соперник был такой, разминочный. Давайте посмотрим на второго, и он действительно, да, опасней. Погба 94, Варди 89. Ну чё, пацаны, поехали. С каждым голом, как вы понимаете, конец данной рубрики близок. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Как вы можете заметить, Чалова я поставил в опорника. И потом скажу, что хотел сказать, Льюрис, блядь, в подкате, ты сумасшедший. Так вот, чуваки, суровая, конечно, позиция у Чалова, сейчас цопник, но я думаю, он и с ней справится, Головин. Господи, что это хорошо? Фарфан, покажи, на что ты способен. Так, Головин. Головин на Мусу. Муса, давай, красавчик мой, бля, Муса, просто царь. Так, съебался. Блядь, да как тебя остановить? Не-не-не-не, Акинфеев. Хорошо, вовремя вышел. Муса. Муса, хорошо, финтан... 81 рейтинг! Ахмед Муса, остановите этого убийцу, пожалуйста. Я реально не помню, чтобы он в прошлых выпусках настолько охерительно ебошил. А в этом выпуске просто его не остановить. Ну, блядь, вот здесь провал, конечно. Березуцкий не догонит Варди, это очевидно. Так, Луис Густаво, серьезно, Луис Густаво вот таким вот образом бежит? Не, ну это бред какой-то, вы видели? Хорошо. Заброс. И головой. Головин. 3-0. Ну, как говорится, спасибо за внимание и всем покедово. Я только сейчас понял, что я немножко обосрался с Чаловым. У него рейтинг 78 и уйти он должен был довольно-таки уже давно. Ахмед Муса, который приятно меня удивил. 3 матча, 4 гола, 2 ассиста и Березуцкий. Ну и, собственно, давайте знакомиться с нашими новичками. Денис Черышев, рейтинг 89. Ахмед Муса, мы не успели по нему даже соскучиться, а он уже вернулся с улучшенной карточкой. Ну и, собственно, Гранквист, рейтинг 90. Ну чё, пацаны, последний соперник на сегодня, и, вероятно, именно он решит, заканчивается рубрика сегодня, или же она продлится еще одну серию. Ну чё, бойцы, погнали, посмотрим на вас практически последний раз. Так, Ахмед Муса, ты, по идее, крутым сейчас должен стать, ты хотя и так был крутой. Так, интересно, соперник начал раскатывать меня с первых минут, и вот такой провал в защите мне совсем не нравится. Ох, Гранквист. Блять! Чуваки, вы прикиньте, насколько абсурдная ситуация. Я хотел финтануться. Финт не получился, это, из-за этого соперник свалил и пенальти. Я никогда такого не видел. Если что, пользуйтесь лайфхаком. Просто делайте фейковый финт и все, пенальти. Я хочу, чтобы в этой рубрике забил Игорь Акинфеев. Давай, Игорян.
Покажи, как надо. Хуярить! Игорь Акинфеев забивает. Как-то, пацаны, в этом выпуске у меня все легко. Я боюсь, что какой-то пиздец вот-вот наступит. Потому что, когда у тебя все заебись, классно, круто, обычно какая-нибудь хуйня случается. Ой. Нет. Кыш! Бля, ну вот я так и знал. Я так и знал, что он практически в ответной же атаке забьет. Кевин Де Брюйне. 1-1. Нихуя себе, Погба, блядь, меня наебал. Так, нет. Давай только не две атаки. Два гола. Ну нет, ну что за отскок на ногу? Игорь. Соперник попался серьезный. Тут уже не будет рейдж-куитов, я уверен. Ай, фак. Сане. Нет, Акинфеев, хорошо. Тихо. Без паники. Бля, какой нахуй Кевин Де Брюйне в защите играет? Я ебал, блядь. Ну, смотрите, опять, блядь, нахуй на ЦЗ играет. Так, Фарфан, ты пока нихуя не показывал. Может быть, сейчас? Ну, вот Муса играет. Вот по нему сразу видно. Смотрите, какие у него финты, как... Опять Де Брюйне. Ну, пацаны, ну это просто, блядь, нарочно не придумаешь. Муса, подавай. Хуярь. Так, это что? А, это ничего. Так, блядь, Де Брюйне, иди нахуй, просто иди нахуй. Я от тебя подальше. Я специально на другой фланг даже перейду. Какая охуительная защита, блядь. Просто великолепно. Я в ахуй, просто, блядь. Ладно, играем дальше. Так, пацаны, мне нужен план по спасению мира. Фарфан. Ну, Фарфан это не мой план. Я не знаю, он как-то так себе играет. И, скорее всего, я его сейчас и заменю. Давай, братан, верю в тебя. Кто такой Накаума? Почему он делает отборы? Блядь, что за хуйня это летит? Кто такой Накаума? Что это такое, блядь, вообще? Фернандеш, спасибо. Пиздец. Пиздец, просто пиздец, блядь. Я не знаю, как комментировать эту ситуацию. Вот, сука, еще все повторы смотрят, блядь. Вот гандоны, блядь. Сука, конец FIFA 18, блядь. Через месяц выходит FIFA 19. А мрази как были мразями, так ими и остаются. Я в ахуе просто, блядь. Заха у меня только что отбирает мяч, блядь, в защите. Я в ахуе. У него в обороне играет кто угодно, только не защитники. Де Брюйне, за, блядь. Этот пидорас, блядь, как его там зовут, забыл еще. Хорошо. Азил. Теперь Азил, блядь, перехваты делает. Эта игра как будто специально меня троллит, серьезно. Ну да, соперник тут немножко обосрался. И надо его наказывать. Отсоси, Шамуродов, 2-3. Хорошо. Блять, ну дай доиграть, собака, блять. В общем-то, чуваки, вот такая серия у нас получается. Не знаю, хорошо это или плохо, но вас ждет еще одна серия данной рубрики. А выйдет она завтра или послезавтра, а может через неделю. Все зависит только от вас. Чем скорее вы наберете дохерища лайков, тем быстрее выйдет следующая серия. А там уже, возможно, следующий сезон не за горами. Я, конечно, ни на что не намекаю, ну мало ли. С вами был я, PandaFX. Всех люблю, целую, обнимаю и всем хорошего настроения. Покедова.